Да, как хорошо, что все это выдумка и привидений не существует. Я провожу эксперимент. Кто-то забрал все апельсины в тарелке. Я думаю, что это привидение. Ты же сама только что говорила, то, что привидений не существует. Но кто-то же ворует все апельсины. Ты уверена? Угу. Ну хорошо, давай вместе ждать. Может быть, что-нибудь выясним. Скажем, нам никто не поверит. И отправят в больницу. И что мы делать будем? Эй, а ну-ка покажись, кто здесь? Что тебе надо? Вы в меня не верите, а я существую. Да верим мы, верим. Поздно, сейчас мы будем играть в мою любимую игру. Вам нужно будет поймать меня. Если вы сможете, то я больше не буду вас пугать. А что нам остается? Мы согласны. Хорошо, считайте до пяти. Я буду прятаться, а вы не смеете подглядывать. 1, 2, 3, 4, 5. Ну что, как искать его будем? Ну я думаю, то, что мы просто можем его поймать. Хорошо, давай попробуем. Думаешь, я его поймала? Я не знаю, какой он на ощупь. Мы не сдадимся. Лер, а может нам Вася поможет? Точно. Вася, а попробуй найти привидение по запаху. Лера, может у привидения нет запаха? Вася его не почувствовал. Ну что, сдаетесь? Ага, сейчас. Не дождешься. Нам нужен какой-то план. Мам, а помнишь, мы смотрели фильм, где привидения ловили специальным оружием? Ну да, помню. Давай попробуем поймать его с помощью нерфа. Теперь оно от нас точно не спрячется. А волшебное слово? Пожалуйста. Вот то-то же. Пообещай, что больше не будешь нас пугать. Обещаю. Ну ладно, выпускаем тебя, выходи.